Всем привет, играем в Фазмофобию, соло, кошмар, Тэнглвуд. Пол Уилсон, благовоние зажечь соль и стать свидетелем паранормального явления. Let's go. В Тэнглвуде ничего не происходит, ветра нет, снега нет, дождя нет, ничего нет. Я призрак, искра, буря, безумие. Текс. Картишек нет. Круга нет. Есть доска Уиджи, есть Костя. Призрака пока не вижу. И не слышу. Шкафчики закрыты. Восемь, тринадцать. Можно, конечно, в доску сразу потыкать. Но придется идти очень быстро к таблетке. У вас ничего не происходит? И здесь ничего не происходит? А призрак вообще есть в доме? Ладно. Чё моргаешь? Пять? Ты на кухне? Хорошо. Видимо, что-то на кухне круче какая-то упала. Мне просто показалось, что было падение. Но я почему-то на ванну сразу. Начала Гриша. Итак, соль, паранормальное явление, благовоние. Давайте соль возьмем, сразу посолим. Посолим, да нафоткаем. Уж это простуда. Как я вас понимаю, помните, реклама такая была давным-давно? Как вы можете меня понять? Вы же не простужены. Еще вчера я была простужена. Так может все-таки. Он дверь закрыл сейчас передо мной, подожди. Закрыл, было дело, было. Но без отпечатков. Так. Здесь 16. Здесь 9. 9 тоже много. 7. Да и 7 много. А вот здесь что? 13. Ну, темпа какая-то невнятная. Что это вообще такое? Тут греться начинает. Я только пришла, он уже уходит. Чпоньк. Давайте спрашивать. Какая комната твоя? До свидания. Ок. Блин, он еще и наступил. Жучара. Так. Thank you.
Так, ну это было ожидаемо, конечно, что атака будет. Это не ранняя атака. Это у меня доска Уиджи сожрала просто весь мой рассудок. Ну, из хорошего что? Мы можем пойти проверить. Да ладно, вообще в ноль. Мы можем проверить отпечатки. Ну, вроде мы уже как бы проверяли, но мало ли. По топоту я ничего не заметила специфического. То есть там не быстро он был, немедленно, ничего такого. Так, ну, судя по всему, он отпечатки не оставляет. Ок, давайте тогда проверим температурку еще раз. Атаковал он как будто бы вообще из кухни, а не из дайнинга. Я не знаю, почему он сказал дайнинг. Просто на всякий. Так, а где МПшка? А я знаю, кстати, где МПшка, она у выхода. Ща. А, нет. Подожди, а где МП? Где МП? МП. На столе. Я не понимаю, где он. Давай начнем с гаража. 14. 15. Девять. Семь. Ну, как будто бы кухня, да? Очень странно. С темпой какие-то приколдесы. Ты здесь? Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? У меня просто нет вообще ни одной улики, да, чтобы вы понимали. Арба тут не летит. Тут как бы тоже не летит. И тут не летит. Допустим, арбы нет. А, тогда у нас либо дотс, либо блокнот, скорее всего. А оставшаяся-то улик какая? Минусовой нет. У кого не рядышком лежит? Что-то странности какие-то происходят. Почему дайнинг, он сказал? Но он не здесь. Может, он в подвал спустился? Так, нет. Все это осложняется тем, что он молчун, он вот ничего не делает. Там он хотя бы двери теребил. Куда он убежал? В гараж? Гараж. Все хорошо. Хотя бы примерно поняли. Так. Тогда камеру в руку. Это сюда. Ты здесь? Ты молодой? Ты здесь? Ты молодой? Опачки, дотс. Ты злишься?
Дай мне знак. Ну, совы здесь нет. Сейчас. Арба летит. Отлично. Тогда что у нас получается? Хитрый призрак. Призрачный огонек, лазерный проектор. Это Банши, Юрей, Йокай, Райдзю. Так, Юрея. Юрея можем проверить, пока он в гараже. С датчиками движения в целом. Ну как, не проверить Юрея, а исключить Юрея. И будем слушать Банши. Опять. Это, я так понимаю, забава теперь на ближайшие несколько, не знаю, месяцев, пока не выйдет патч. Хотя какой патч не выйдет уже, это же обилка Банши. Они не будут ее менять. Короче, всегда теперь, когда у вас есть Банши, вы будете... Вы обречены просто стоять 20 минут. И слушать призрака в направленный микрофон. Может быть, вам повезет сразу, может быть, не повезет вообще. Так, вот это выключить, вот это выключить. Это я вот здесь вот бросаю. Вообще, конечно, может и Райзю, может он ускорился. Когда началась атака первый раз, он был на кухне, мне показалось, что он меня догонит. Хотя, когда я вышла в коридор, сердце билось, я побежала в Master's Bedroom. Скорость как будто бы замедлилась. Ну ладно, сейчас посмотрим. Проверки-проверочки. Так, подожгли. Выкинули. Взяли микро. Взяли зажигалочку, она у меня есть. Все, стоим, слушаем. И смотрим на... И смотрим. Смотрим на датчики движения. Мы сейчас обкурили комнату, нам должно было зачесться. Зачтиться. Короче, пойти в зачет. Вот, соответственно, если это Юрей, он 1,5 минуты не выйдет из комнаты. А если он выйдет, мы заметим это по вспыхнувшим датчикам движения. Если же он за 1,5 минуты выходит, это мы говорим, что это не Юрей. Вот и все. Проверка такая. Параллельно с этим вон стоим, слушаем Банши. Надеюсь, что атаки сейчас не будет, но она, по идее, не должна быть, потому что был обкур. Недостаток этой проверки на Юрея заключается в том, что другие призраки тоже, как правило, не выходят из комнаты. Поэтому она не стопроцентная. Она исключает Юрея, но не подтверждает его. Направленный микрофон, шаги слышно. Так, ну из комнаты он не вышел. Но это ничего не доказывает. Мне показалось, что... Мне показалось, что ускорение было. А, ясно.
Что, он там заблудился, что ли? Ты заблудился в гараже? Эй! Он застрял там или что с ним? Что там было? Я что-то не поняла. Такое ощущение, что он там вообще не топтался. Он просто стоял на месте почему-то. Он застрял-то? Может, я там оборудки накидала, и он застрял? Мне показалось, что он как будто бы что-то там типа начал ускоряться. Но там же на кухне, по-моему, тоже лежит какая-то оборудка, разве нет? Вот же какие-то лежат. Фонарь вот лежит, светит. Он должен был быстрее пойти. Значит, это не Радзю. Интересно, не Юка или это? Вот чисто по-человечески. Немножко глуховат. Достаточно рано начал охоту после предыдущего раза. Не ускорился. Ты меня напугал, блин. Так, а что за китки пошли? Ты где кидаешься? Ты не на кухне кидаешься ли? Ну смотри, там лежит оборудки дофига. У него почему-то трудности с выходом из гаража. Я, честно говоря, не знаю, как мне еще сделать, какую мне еще проверку сделать. У меня нет таблеток, у меня осталось одно благовоние. Но я сомневаюсь в том, что это Банши. Пол Уилсон. Мне почему-то кажется, что это Юкай, просто методом исключения, потому что это не Райдзю. Юрей это или нет, вот это хороший вопрос, но мы не видели вот этих юреевских взаимодействий с дверьми. Можем ли мы его исключать? Нет, не можем. В целом, из-за того, что осталось одно благовоние, я не могу повторную проверку на Юрея провести. Исключить Юрея. Если бы я точно знала, что это не Юрей, я бы поставила Юкая. Наверное. Странно, не очень удобная пачка для охотника. Не знаю даже, что с этим делать. Он атаковал опять из гаража, то есть он все еще там. Сказать, что звук другой, но что-то решила перестраховаться. Ну скажи хоть что-нибудь еще. Вообще не оттуда идет. Не хочу ему навстречу идти, там темно.
Так, а откуда же он шел-то теперь? Он что-то здесь гулял. Мастер с бедрами, что ли? Какая комната твоя? Не повезло с охотой. Прям совсем чуть-чуть. Но только не говори мне, что это не Йока, и все это было зря. Ну, вот как в такой ситуации отличать Юрея от Йокая, например? То, что очень много мозги вначале снялось. Ну так это из-за доски было. Юрей вообще, насколько я помню, у него вот эта обилка, которая снимает с вас больше разума, рассудка, чем другие призраки, а это как раз включается, когда у него срабатывает обилка с дверями. В остальные моменты Юрей снимает столько же. Соответственно, я с дверьми не видела приколдесов. Пу-пу-пу. Ну обидно, ну... Не то чтобы сильно, потому что пачка тяжелая. Банши может не ответить на микрофон вообще на изи. Райдзю можно проверить достаточно объективно во время охоты. Там, ну, у вас не будет сомнений, если вы увидите Райдзю. А вот Юрей, Юка или Банши, тут прям вопросов масса. Ну, ладно, пусть. Я не сильно расстроилась, если честно. Я сделала все, что от меня зависело. Вот, наверное, прятаться в подвале была не лучшая идея. Но кто знал, что он придет туда второй раз? Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.